Так, сорян, народ, последняя серия была немножко покороче. Да так, сходил незнакомый у меня тут. Решил карточку заблокировать, только ему заблокировал вообще все карточки. Милота, что я могу сказать? Я самый старший, самый умный. The roads aren't safe these days. Feel so hopeless. Конечно, там еще одно задание было. Да, видно, сплыло. Так, что мне делать с этим луком? Пати я так не найду, это я понял уже. Ладно, тут пока прыгать некуда. Ну, то, скорее всего, надо будет мне горцевать по ивентам, которые на карте. Может, я так смогу выкрутиться. Других вариантов я пока не наблюдаю. Но, если честно, как-то все очень странно. Так, ну я хоть с кошаками начал справляться более-менее, это хорошо. Ну как побольше будет. Так, надо будет зелье наготовить. Мне уже зелье, мягко сказать, бесполезно многих видов. Так, ты что за хренатень? Еда, что ли? Так, благословенная телечает хаос в этом мире. Прочитал мне проповедь, что толку мне в этой проповеди? Ну, хоть чем-то торгует благословенным. Так, ну, серебро хоть пособираем. Так, сколько там? 53, 67, да. В принципе... Блин, только подземелье, блин, ну без подземелья здесь это жопа будет. I'm awaiting my orders. Так, назови себя гражданин, не знаю, как что вам сказали, часовые с отвисшей челюстью на границе, если находится в карантине. Если у вас нет веского объяснения тому, что вы здесь, мои люди сопроводят вас обратно тем же путем, к которому вы пришли. Слушай, чувак, может мне вас всех нахрен поубивать? Кажется, все в порядке. Мои извинения. Агент дома консула, конечно, приветствую. Просто делайте свое дело. Просто делаю свое дело. Это он написал. Так. Хотя я должен спросить, какие у тебя дела? Какое нахуй твое собачье дело-то вообще? Значит, консул Карлин пересмотрит свою стратегию проклятого времени, если не возражаете, если я так скажу. Я знаю, что необходимо следить за распространением чумы, но этот лагерь, это неправильно. Мужчина больше не выдержит. Скажи своему консулу, понял? Хороший лагерь беженцев находится сразу за мостом. Мои люди пока охраняют территорию на всякий случай. Держите оружие наготове. В наши дни нежить повсюду. Блин, ну с ним повоевать хоть придется. Ну тут ни хрена подобного. Хрен мне, не война. Обидно. Так. Ладно, убить паука. И мне что-то будет вкусное. А где этот паук-то вообще? Опять что ли?
Да, вряд ли. Значит, здесь где-то большой паучок, что ли, есть? Не здесь. Нет. Хотя, кажется, здесь как раз-таки он и есть. Спайдер Квин. Блин. Почему мне кажется, что это добро не будет? Вопрос, можем ли мы ушатать его? Ну, в принципе, я не знаю, будет ли там кто еще. Какое милое подземелье. Что, 32 золота, я, конечно, рад. Значит, попробуем с паучком повоевать. Ох, чувствую, это не по мне будет. Надо приходить с абсолютно другим вооружением, и почему-то у меня складывается впечатление. Ну, вообще-то, либо кого-то ждать. Да, это не вариант. Мне сейчас с ним сражаться, опять же. Я просто не хочу тут час прыгать, блин. Мне это удовольствие никакого не составит. С меня, помню, какую игру играл там. По полчаса. Это мне сейчас позабавили немного.
Так, мне надо попробовать прыгнуть тогда к огру. Что-то мне кажется, как будто хп у них одинаковое, что у него, что у огра. Так, что это? Вы видите группу беженцев на морозе, приходите им на помощь без просьбы? Интересно. Всех этих людей по той или иной причине выгнали из лагеря беженцев. У них нет доступа к линии с едой, и все же они не могут покинуть Исиду, их оставили умирать. Намерен помочь им. Не могли бы помочь мне в этом задании? Предупреждаю, у моего плана есть риск. Федерация может не понравиться, что вы не поможете. Я вытащу этих людей отсюда, но сначала понадобятся продукты для поездки. Как вы думаете, можете найти лагерь беженцев и посмотреть, есть ли у них лишняя еда? Это я сомневаюсь, что хоть в одном лагере беженцев когда-то бывает вообще лишняя еда, на что все это. Чего не восстановили? Так. Сначала надо опять не как-то на эту стену дурацкую забраться. Ну и как мне это сделать? Прошу прощения. Якобы, в принципе, возможно, только вот вопрос дальше, а как, что тут делать? Ну, я тут не знаю, как забираться дальше. Они очень серьезные противники. Открытый, как мне забраться на эту стену.
Вроде вижу. Не, ну жопа, сейчас с неписью здесь сражаться. Хорошо, 33 вопроса, ни одного ответа. Где сундучок? Я мог на стену не карабкаться. Ну, блин, ладно. Зайти нельзя, но выйти можно. Это вот удивительно ядрить налево рядом. Так. Где-то там было какое-то задание. Так, ну с нежити по одной еще могу справиться. Целой толпой хрен здорово. Гезер. Серебро я могу и в других местах собрать, не проблема. Так, ну здесь хотя бы тихо и спокойно. Давай-ка мы посмотрим эту территорию немного поинтересней. Да, все очень, слушай, плохо. Надо думать, как тут выживать уже реально. Так, и часто можно не открывать, толку от них нету.
мягко выражаюсь. Тоже, скорее всего, какими-то бафами придется пользоваться. Гейзеринг, мининг. Курс добычи-то мне нафига вообще? Попробуем давай туда забринкаться. Сомневаюсь, конечно, что будет что-то хорошее. Может, на 24-м левеле мне хоть повезет. Да нет. Как мне убить черного рыцаря так, чтобы другие меня не любили? Я бы сказал пару слов. Бляха, уровень-то нужен вообще. Короче, я засыпался на боссе полностью. И почему я здесь воскрешаюсь, если у меня вот здесь точка есть? Это немножко странно. Hello there, friend. Смотрите на это место. Это кошмар. Люди сбились в кучу, как звери нежить на улице. Это хуже, чем я когда-либо мог себе представить. Не могу поверить, что Трицера доведена до этого. Пока нет, но собираюсь узнать счастье. Мы не будем исследовать нежить в одиночку. Профессор Родина из Казакру прибыла вскоре после меня, она изучает чуму нежить. Она помогает себе уничтожить устройство праны в кастре. Верно, ее помощь может оказаться неоценимой. Я с зомбями справиться не могу. Это жопа. Привет, путник. Добро пожаловать в наш унылый маленький лагерь. Могу предложить, чтобы вы прошли через много, чтобы попасть сюда. Ты голоден, у нас не так много, но, по крайней мере, можем дать кое-что. Нежить случилось, друзья и близкие поднимаются из могилы, чтобы напасть на живых. Вскоре после этого Ахтули, которого они убивают, становится одним из них. Мы потеряли наш город за одну ночь. Это был кошмар. Я слышу, что замок Роза до сих пор стоит в самом центре города, но между нами и ними армия мертвецов не то, чтобы мы могли пройти, даже если бы захотели. Федерация говорит, что мы должны оставаться здесь, они говорят, что мы заражены. Кроме того, чтобы заставить их снять карантин, вы имеете в виду ребенка, ранее упомянула, что у него было мало припасов. Если хочешь помочь нам, поговори с ней. Так, все очень плохо. Pleasure it is to meet you. Почему, если не мой любимый, это агент Союза Дон Диего поручил вам расследовать таинственную вспышку нежити? Все это слишком знакомо, не так ли убеждена, что если каким-то образом замешаны в этом? У меня есть теория, но эти придурки из Федерации запретили мне покидать лагерь для проверки. Я штатный профессор и обученный университетский маг. Обращение возмутительно. Я уверен, что если бы мы могли просто обыскать руины, мы бы нашли еще одно устройство, подобное тому, которое вы уничтожили в Тарзакоре. Да. Но вот только у меня сейчас вопрос, как мне вообще этих мертвецов убивать. У меня это как бы хреново получается. Так, не могли помочь, мои дети играли в лагерь, прятки. Ага, понятно, короче, найди детей.
Так, у нас здесь все плохо, да? Я вот сейчас юмора не понял. Это... А, это не моя. Господи, Close Crab, это погучка. Это маг. Все правильно. Так, армор. Мне надо очень много крафтить лазер скрабс. Может, оружие попроще? Ага. Разбегаю птилигу 3 раза головой. Все разберем нафиг. Но все, говорю, очень плохо. Нахрена мне эти артефакты куры, до сих пор понять не могу. Крафтинг материал. Угу. Так, новый уровень есть, я очень рад. Гораздо более сильный уровень, да? Ага. Короче, все плохо, да? Ну, золото нужно. Где же я это, блин, все куплю-то вообще? Лунарит, ёпта. Я тут уже засыпаюсь, реально. Stop shouting. I'm not deaf. Да. I only
offer the highest quality goods. Так, ну что значит, пришли помочь? Хорош. Федерация дала нас всех в этот проклятый лагерь после того, как начались атаки. Они не дадут нам уйти. Было бы не так плохо, если бы у нас были подходящие продукты для приготовления пищи, но с расстоянием гнили, да, приготовить. Buy now, so you don't have to buy again later. How did things get this bad? Все в этом лагере когда-либо были жителями Трицера, когда разразилось чем ниже, потеряли все, люди отчаялись. Называют себя третьим глазом, многие обращаются с ними за ответом, в том числе мой сын. Он был таким хорошим, воспитанным мальчиком, который изменил его, разозлил его, идеальная мишень для ложных обещаний. Третий глаз утверждает, что они могут спасти мир, то, что они исследуют. Им дает безопасность и цель. Полагаю, нечестивцы наживаются на надеждах глупцов, и мой Рамир не исключение. Ты уже сражался с нежитью, верно? Не могли бы поговорить с ним для меня? Скажи ему, что мне не нужен. Что ему не нужен культ убедил, что мы справимся с этой проблемой, если постараемся. Если тут рыбалка еще хотя бы что-то приносила полезное, было попроще. Ладно, давай возьмем челлендж. Еще на левел 22, да? Да, лучшей надежды я не найду. Crusader Knight. Дерьмо. С этим парнишкой могут быть проблемы.